день, уважаемые друзья и подписчики. Сейчас вот ехали в приют сегодня и нашли вот такое вот чудо. Чудо у всех. Глистная инвазия. Сейчас в приют съездим, и обязательно надо глистогонить ребят всех. Вот у щенка проблемы с передними лапами, то есть они у него абсолютно кривые, да, может быть, за счет того, что вот, вот такая вот сильная глистная инвазия. Ну, вот так вот, в общем, в эту пандемию. Вот, собаки размножаются, ничто не работает. Вот, все голодные. Вот, то есть... Вот так вот живут бедные, выживают собаки.